Так. Энергия закончилась все-таки, да? Ну, да. Думаю, да, закончилась полностью. Пока тогда расположим наши три солнечные панели. Так. Провода есть с собой? Проводов с собой нет. Идем за проводами. Потом можно сделать, даже сейчас можно сделать низковольтные провода. Они делаются из олова. Надеюсь, я сейчас не подохну от тока. Это бывает и такое. Как раз точно хватило. Теперь от этих четырех электросхем, нет, солнечных панелей будет поступать электричество как раз на батбокс. Четыре уже получше, чем одна. Гораздо лучше. И мне нужно сейчас еще сходить за деревом. Блин, еда кончилась совсем. Из этого смарт-мувинга еда кончается просто мега быстро. Что мне, конечно же, не нравится, поэтому придется есть свинину и плоть. Правда, у нас есть свинина, но... Свинина для слабаков. Пока ждем, пока у нас закончится вот это говно под названием голод. Потом снова поедим нашу гнилую плоть. Все отлично. А у нас еще жареная свинина была, кажется. Я слеповат такой. Такой слепой вообще, вы думаете, наверное. Олово потом, порошок нужно поплавить сейчас. Потом сейчас, ну, вы понимаете. Катушка Тесла. Для чего я не знаю она. Чё это за херня такая? Типа, убьет всех криперов, что ли? Плавим наш вот этот порошок. О, как классно, энергия не кончается. Видите, геотермальный генератор нам уже и не нужен. Эти четыре солнечные панели спокойно выдерживают натиск. Отлично. Так, только нужно посмотреть, сколько Advanced Solar панель выделяет электричество. И сколько наш высоковольтный провод может выдерживать электричество. А то еще все взорвется нахрен и капец настанет. Я умру. Взорвется что-нибудь тут. И вообще будет плохо. Так. Оловянные блоки даже бывают. Офигеть, так легко охладители делаются. Зачем нам слиток олова превращать в порошок? Бессмыслица. Так, непонятно, сколько низковольтный провод у нас может выдерживать. Лампочки какие-то можем даже делать. Офигеть. Немного железного порошка. Чё? Где он? Нафига он? Видимо, мне все-таки придется залезть в Википедию, чтобы узнать, выдержат ли вот эти низковольтные провода натиск Advanced вот этих солнечных панелей. Вроде бы они 8 выделяют, а вот эти низковольтные до 8 выдерживают. Но непонятно все равно. Блин. Так. Краник нужно истратить. Потом. Гашный ключ потом доистратим. Железа почти не осталось. Золото зато есть. Для золотых труб.
куда мы весь лазурит дели? Мы что, его так мало добыли еще, что ли? Всего мало остается. Зато результаты впечатляют. Там уже, наверное, вот эта вещь, которая нам нужна, сделалась. Да. Делается еще. И будет еще. Так, будет еще 6 углепластика. Ну, всего 6 углепластика. Из которого мы сделаем с вами продвинутый механизм. Угу. Но нужно сделать обычный механизм. Можем, кстати, уже один сделать продвинутый механизм. Так. Сделаем 3 механизма. Нет, 4. Вот так. Кладем. Потом вот эту вещь. И один продвинутый механизм у нас есть. И главное потом не лохануться, все именно гайковертом выкручивать, а то если брать гаечный ключ обычный с продвинутым механизмом, то выпадает именно он, а не сам механизм, что неудобно. Полно у нас листов сверхпрочного. Я никогда, наверное, не выговорю это слово. Сверхпрочный. Листов сверхпрочного. Сплава не смог выговорить. Листов сверхпрочного. Лист сверхпрочного сплава. Ура! Вот. Полно у нас таких листов. А, что я делаю? Вот так. И потом еще нужны угольные пирожки. В количестве сейчас посчитаем. В количестве 6 штук. Еще. Видите, какой голод вообще мега быстро тратится. Так. Сейчас получим, что нам нужно. Сделаем еще 2 продвинутых механизма. Или один. Один продвинутый механизм. Потом. Что нам еще понадобится? Укрепленное стекло как раз. Листы сверхпрочного сплава еще есть, как раз. Продвинутая электросхема. Вот это проблема. Нужно целых 8 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6 стекла, 2 листа. Еще одну штуку сможем сделать? Ну, 7 штук. 7 стекла такого. Уже опять темнеет. Сколько мы уже тут крафтим? Мы офигеть долго крафтим уже. Всего много. Мне же не хватит. Или хватит? Нет же, не хватит. Но мне нужно еще одно стекло. Вообще. 25 булыжника сейчас истратим. Снова. Сделаем еще. Хватает энергии-то хоть? Да, хватает, отлично. А, ну вот ночью не будет хватать. Ну-ка посмотрим, как не хватает. У тебя лава еще осталась, что ли? Как? Как ты энергию... Я не понимаю. Ты энергию вырабатываешь или нет? У тебя лава осталась, что ли? Так. Солнца для вас нет. Энергия должна тратиться. Не понимаю, как? Как геотермальный генератор еще вырабатывает энергию, хотя... Ночь! 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 Энергия от солнечных панелей не поступает. Ау! Дурачок какой-то. Нам же нужно еще один углепластик. Чё я как дурак? Для этого еще 8 угля. Да уж. Насрать на этот голд.
8 угля. Электросхемы продвинутые, как делать там. Два этих, ага. Два лазурита, два глоустоуна, 4 редстоуна. Глоустоуна вот у нас нет, а нам нужно еще в ад сходить ведь. О, блин. Нам же еще в ад сходить нужно. Охренеть. Да уж, спать. А, для этого нужно сделать алмазный бур. Говорили. Алмазный бур готов. Ха, потом. Энергию мы уже потратили чуть-чуть. Здесь. Ага. Давай, дробись уже. Давай, давай, давай. Чуть еще. Так, теперь. Берем, сюда кладем. Сюда кладем. Песок жарим. Получаем стекло. Делаем укрепленное стекло. Да уж. Главное, одно укрепленное стекло. Потом продвинутая электросхема осталась. Еще листы сверхпрочного сплава. Или хватит нам? Так. Вроде бы хватит. Нет, нам нужно еще два листа. Значит, нужно еще. Так, у нас все при себе. Бронза еще чуть-чуть нужно сделать. Бронза всего 3 штуки нужно сделать. А мы сейчас получим 4. Меди, как всегда, нет. Так, потом. Бум-б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 ум. А, вот, все вспомнил. Так, получим сейчас 2 листа сверхпрочного сплава. Или 1. Вроде бы 2. Эх. Так, я зря это сделал. Давай, до 100. Давай, ура! Теперь. Ага, 2 получаем. Потом, тут энергия у нас идет. Все, геотермальный генератор кончился совсем. Энергия тратится, отлично. Неужели ты кончился? О боже ж ты мой. Как же хорошо, неужели? Энергия по чуть-чуть, но иссякает. Да, по чуть-чуть. Когда все механизмы прекратят работать, энергия восстановится. Фух. Но нам ведь еще МФЭ делать. МФЭ. Делаются энергокристаллы. Изолированный золотой провод. Механизм. Сможем сделать. Там уже нужно 4? Да. 4 алмаза. У нас 3. Скоро уже будет МФЭ. Еще один алмаз, когда приобретем. Так, у нас вообще полностью инвентарь забит уже. Нужно сделать будет еще сундуки, когда будем ходить в шахты. Сундук шахтера, например. Сундук. Сундук? Нет. Рюкзак. Я хочу рюкзак, вы чё? Шахтера пишем.
Не понял. Хочу рюкзак шахтера. Дайте мне рюкзак шахтера. Еще рюкзак диггера надо будет сделать. Вот, видите, рюкзак. Почему-то он в поиске не отображался. Вот шахтера и диггера. Два камня. Две шерсти. Четыре нити. Ага, тут место камня железной слитки. Четыре нити, две шерсти. Шерсть есть? Есть. Так, нити есть тоже. Сундуки делаем. Два сундука. Теперь. Нужно два камня. А, мы камни с вами не жарили. Чтобы выкинуть. Не, энергокристаллы сложим. Редстоун сложим. Вот, энергокристаллы будут так внизу. Потом... О, боже мой. Сколько тут всего делать? Два сундука. Камни делаем. Камни, 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 камни. Нет, зря так много сделал. Давайте на съедание скелету дадим. Где-то я слышал скелета. Ладно, ешь. Полезно, кальция много. Потом берем с вами две шерсти, два камня, четыре нити, сундук. Получаем рюкзак диггера. Потом берем две шерсти, два железных слитка, четыре нити. Так. Сундук. И получаем рюкзак шахтера. Ох. Неужели? Так, теперь. Теперь. Как-нибудь вот так вот все это делаем. Угу. И складываем все, что можно. Теперь все сюда складываем. Ну ладно. Эх. О, у нас тут еще уголь есть. Офигеть. Берем резину. Угольный порошок там, надеюсь, сделался еще один. Так. Тут песок сделался еще. Готово. Ага. О, как это все долго. Еще один углепластик готов. Сейчас мы с вами получим еще один продвинутый механизм. Крафтится он. О, генератор материи. Нет. Пока не будем его делать. Но он нам понадобится. Но он столько энергии жрет, жрет. Столько энергии жрет. Жопа вообще. Эхо. Тоже. Нет, она дохрена энергии держит, но не жрет. Ага. Делаем. Что нам нужно? И потом используя эту штуку. Вот. Нужно три штуки. А, нужно еще два. Два листа сверхпрочного сплава. Будет сделано. Так, уже будет сделано. Закаленное железо. Высоковольтный провод точно еще можно будет сделать. Который много теряет, но
много теряет, но... Но... Много проводит. Много теряет, а много проводит. Да, да. А низковольтный мало теряет, но мало проводит. Да. Потом здесь олово. И получаем сверхпрочный сплав. Энергии, как видите, хватает. Причем очень даже хорошо хватает. А 4 солнечные панели теперь нас будет обеспечивать на долгое-долгое время. Потом у нас будет 4 такие advanced солнечные панели. Сейчас у нас вырабатывается 4 в секунду. И только днем. А там будет вырабатываться не 4, а даже сколько? 32 в секунду. И 4 ночью вроде бы. Спим. Да. Ой, сегодня была очень такая большая серия, где много было крафта. Очень много было крафта. Ну а я с вами прощаюсь, всем спасибо за внимание, за просмотр. Подписывайтесь на канал, смотрите меня и дальше, ставьте лайки, читайте форум Spring и Twitter, задавайте опрос в форум Spring. Если хотите играть с таким клиентом, то смотрите у меня на канале видео обзор клиента версии 1.5 финал, где там на самом деле версия 1.5.1 финал, на RG Host залито, качайте ее, устанавливайте, играйте. Ну и вот, всем пока!